Раньше меня посещали ощущения подключения к этому миру, ощущение того, что это частица, которая поддерживается вот с этой окружающей обстановкой, вот переживание некой благодати, ощущение красоты природы, ощущение боли за нее, когда там ее перепахали, распахали, там расковыряли эту пластушку одно, тянут или еще что-нибудь там делают такое. То есть ты как-то начинаешь сопереживать. Они бывали у меня, ну, более-менее редко. Вот, а теперь как-то я на все это настраиваюсь очень быстро. Очень быстро, и вот тут возникает невольное ощущение, что ты частица этого целого мира, вот, который, если ты его понимаешь, он одаривает тебя и энергией, и жизнью, и любовью, и благодатью, и всем остальным. И вот это вот сейчас прямо такие, знаете, интересные переживания. Они такая тихая радость, которая вот по всему телу разлилась. И ты, может, идешь действительно в какую-то благодать. Хорошечно. Хорошее слово. Вот не хорошо, а хорошечно. Славянское слово, отражающее вот это все, это великолепие и твои ощущения в нем. О, проходил нужную дистанцию. Хорошечно. Вот такие вот ощущения, переживания и прочее, прочее. Вот она, жизнь началась, семья. Процесс идет, одно поколение сменяет другое. А то если говорить о вечной жизни, представьте себе, бабушки, дедушки, прабабушки, пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, тут все, весь парк заполонили. Некуда и ступить. Как-то народ вообще не соображает. Называются это учеными. Это так, с каким-то, говорит, ученый с каким-то изъяном серьезным. Вот такие-то дела. Вороны летают. То есть начинаешь постигать духовное здоровье. На чем оно основывается? Как его поддерживать? Вот такие вот вещи. А то, можно сказать, читал, что тонкие тела духовной природы, самые-самые первые, они питаются возвышенной радостью. То есть дайте им питание, как мы здесь, вкусной, красивой пищи, физическое тело, тоже эмоциональное тело, тела питаются, да?
а дайте им возвышенную радость, чтобы подпитать себя там, оттуда, а не какие-то заботы, не какие-то там страхи, неуверенность. И вот, кстати, телевизор порождает вот эту вот всю эту суету и отрывает нас с духовных уровней. Вот эти все эти новости. А вот как на природе, ты начинаешь приобщаться к этому, к миру. К миру гармонии, красоты, здоровья, жизни, творчества, любви. Все пронизано действительно любовью. Все нужно в этом мире. Матушка Земля. До этого космос. Все создали так, что идет от большого к меньшему. Все это нужно. Все это нужно для того, чтобы вся эта система под названием Вселенная жила и процветала. Yes.